ОС-5, Елена, радиощука, дропаю. Отвечает Ульяна, знак 7, Леонид Борис. Так, ОС-7, ЛБ, ОС-5, РК, дроп Б. Добрый день, пятерка, девятка, плюс, несмотря на помехи. От Европы очень громко, уверенно. Сергей, около города Покрова, бывший город Орджоникидзе. ОС-7, ЛБ, ОС-5, Елена, радиощука, дроп Павел, на время. Да, Сергей, добрый день, доброе утро. 5-9 плюс 10 плюс 20 дБ принимаю очень громко. Максим около Харькова на приеме. Да, Максим, ну отлично, отлично, тоже громко. 10-20, СВ-20, 13, инверторок, 8 метров, точка запитки от земли. С праздником, счастья, здоровья, удачи. РФ-7ЛБ, УФ-7ЛБ, УФ-5, ЕРК, дроп П на приеме. А ОС-5 ERQ дропаю, Ульяна, знак 7, Леонид Борис. Ну, у меня стационарные условия, мы с вами недавно встречались на днях. Тоже СВ-шка, только 2011 работает, и помощничек небольшой на двух паутинечках. А как у вас погода там, что дождя нету на приеме? Да, принято, принято, Максим. Ну, я тут в беседке сижу на саду, я не совсем в поле, скажем так, не в поле, где-то под деревом. На саду в беседочке сижу, такая летняя беседка, тут дождя нет. С утра был где-то в районе 7:30-8 до 9 поморосил, сейчас нет дождя. Плюс 3, пасмурно, сыро, ну и такой легкий-легкий ветерок на время. А, да, Сергей, принято, замечательно, принято, замечательно. Ну, спасибо за КСО. В общем-то, с праздником тоже вас, крепкого здоровья, самое главное, ну и всего, чего только пожелаете. До будущих встреч в эфире, 73, до свидания. Да, Максим, спасибо, также жму руку, удачи, вам, фамилии, всего доброго. До свидания, 73.